Этим летом за счет муниципалитета отдохнут более 2700 юных ноябрьцев. Еще почти для 2000 человек отдых будет организован за счет окружного и федерального бюджетов. Штаб по организации отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей и подростков уже работает. Здесь есть вся информация о том, куда могут отправиться дети во время летних каникул и где смогут провести время с пользой, не выезжая за пределы Ноябрьска. Штаб расположен в центре досуга «Поиск». Кроме того, информацию можно получить непосредственно в управлении по делам семьи и молодежи администрации города.